Всем привет, и я сейчас, ну, в общем, я прямо сейчас могу. Ладно, сделаем паузу. И на самом деле я это сделал в видео, чтобы, кстати. Короче, я научился наизусть петь разные оси. А правда, я сейчас буду вот чем. Буду сейчас снимать вот это видео, как я буду играть в этот мод. Да, я тоже в этот мод. Ой. А я не знала, что здесь такое работает. Ладно. Вообще крутой мод. Мне самому нравится. Кстати, кому нравится этот мод, который я сейчас играю, поставьте лайк.
и подпишитесь на мой канал. До 10 подписчиков осталось совсем немножко. Я вас жду, ребята, чтобы вы поскорее подписались на мой канал. Чтобы... Если у меня будет уже... Я хочу, чтобы вы набрали там, например, как там... Там 10, 11 или даже 12 подписчиков. А, тут вот что работает. А я думаю, что я вляпнусь сейчас. Да, я так научился пить. Ладно. Вообще крутой мод. Я не спорю, просто нравится безумно он. Вот мне нравится, вам нравится этот момент? Подпишитесь на мой канал. Короче, поставьте мне лайк. Короче, видео будет длиться 15 минут. 15 долбанных минут. Я буду проходить заново, потому что я вляпался. Хотя бы все сами слышали. Бравл Старс. Кстати, подпишитесь. Кстати, кто любит Бравл Старс, поставьте лайк. Кто любит мои видео, тут подпишитесь, пожалуйста. А если вы подписаны, вы большие на... Короче, вы крутые пацаны или девчонки. До 10 подписчиков осталось совсем немножко. Ну давайте, добейтесь уже до этого. Мне будет очень приятно. Когда мне будет... 2. Ой, то есть 10 подписчиков. А через 20 лет у меня будет их, наверное, уже 100 подписчиков. И я буду гордиться. Нет, правда, наберите 100 лайков под этим видео. Ну, хотя лучше один, потому что мне еще и один лайк еще на 2. А тут есть бот? Модифик. Что здесь написано вообще? Как тут вообще переводится? Не флей. Я не знаю, как тут. Ладно, с помощью переводчика посмотрим. Так, переводчик, разработчик, переводчик. Вот переводчик. Переводчик Ген. Так. Когда там? Как там было? Ран. Нифига не видно. А, это переводится случайные заметки. Вот это. А как вот это? No flay.
Нет. А фа. Но фали. Фаил. Фаил? Без сбоев. А, это мне нужно. Вообще, я люблю новичков. Новичков я их обожаю просто. Давайте подписывайтесь на мой канал. И... Короче, подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Еще пока не пока-пока. Все, я поставил вот этот режим. Ну да, через камеру не видно вообще. Как будто я вообще не нажимаю на кнопки. Ладно. Я положу телефон на стол, потому что я не могу смотреть. Чувствую себя в мультиплеере. Хотя в мультиплеере... В мультиплеере вообще меня ты можешь любых персонажей брать. Я люблю всех на канале своем мемный чубрик. Люблю. А пофиг. Странно как-то, а пофиг. Ладно, главное пройти. Ладно, пофигу. Главное пройти эту песню. Так, и... Инста. Точно, тут же так и переводится инста. Black. Back. Понятно. Значит... О, мой сложный момент. Та-ти-та-ти-ту-ту. Ура, я прошел первую песню Телса. Как вот так. Ноль ошибок. И миль, и 5600. О, что за пень? Я понял, это от первой, самая первая, это похоже на Trouble Trouble. Понятно. Чувствую себя в трибл-тробу. Главное, Няш.
Кстати, вам слышно? Ой. Понимаю теперь своей тупой башкой, что там нужно, кстати. Короче, если ты ошибаешься на обычных стрелах, тогда тебя не уносят вниз. А вот если в этих стрелки Тейлза, так уж ты умираешь. Короче, все очень просто. Главное нажимать на стрелки и все. Я понял. Стрелки, когда ты нажимаешь, они сразу умираешь. Анимация. Короче, не надо пропускать вот эти стрелки и все. А я сейчас приведу от них на настоящие. Да ты та ты то то. Блин, опять всрал. Ну ладно, на этом я буду кончать. На этой ноте. Ну все, всем пока-пока. Пока всем.